Кто сейчас не знает Ивана Михайловича Атласова, лидера эвенков не только Якутии, но и всей России? И широкая известность, и почет, и уважение, и любовь сородичей им вполне заслужены. Ведь все, что сделано эвенками и для эвенков, и не только для них за последние четверть века, все связано с ним, с его именем. Как же он смог добиться всего этого? Через какие тернии прошел, что испытал? Чтобы узнать о его жизненном пути, мы и напросились в гости к нему на дачу. Как человек радушный, гостеприимный, Иван Михайлович нам не отказал во встрече. И вообще, на первый взгляд, Иван Михайлович – улыбчивый, добродушный, мягкий человек. Но это только кажущаяся мягкость. На самом деле характер у него стальной. Он человек слова и дела, и всегда добивается той цели, которую ставит перед собой. Давайте же окунемся вместе с ним в его воспоминания и посмотрим, как же закалялась сталь. Моя мама Атласа Александра Дмитриевна, она венкийка была, из Кюшского наслега. А отец Атласов Михаил Нестерович, он венк, он Ижанского наслега. Они поженились, работая колхоза «Красный маяк». И я там же родился. А отца в 43-м году призвали в армию, и он потерялся без вести. Старшего брата, когда ему было всего 16 лет, забрали проводником экспедиции. Он проводил экспедиции в Усмайском районе, Тампунском районе, Оймяхонском районе и Ильбирско-Калмыцком районе. 15 лет там он работал. Во время войны средний брат Николай и сестра Феодосия умерли от болезни. И я остался один в семье, мужчина. И моя бабушка по отцу, Варвара Матвеевна, была здоровая и очень тревожная бабушка. И меня с малых лет говорил: ты мужчина, один остался. Ты должен нас, женщин, оберегать, помогать. Я помню, из 5 лет она заставляла меня, чтобы я обеспечил дровами и водой. И я очень уставал, хныхал. Она говорила: помогайте, пускай Полина, это моя старшая сестра, поможет мне. Нет, ты мужчина, это твоя обязанность. Мои друзья, мальчики, играли, и без меня у них игра не получалась. И вот приходили и звали. А я говорю: я должен воду готовить, должен дрова натаскать. Они говорят: мы поможем. Я радостно соглашался и организовал их работу. 3 яруса горы было, вставали в ряд, и друг друга в 3 ведерка подавали, и быстренько заполняли это воду, натаскали быстро дроб и ходили играть. И эта организаторская способность оттуда появилась. Это требование, причем жесткое требование моей бабушки. Я думаю, жизнь руководит лично для меня любовь и страх. И вот это заставило меня стать работящим человеком. А когда в интернате, там в школу поступили, всякое бывало, свои отношения мальчишки кулаками решали. Я всегда впереди был, и этот старший меня мальчик за мной ходил, а я не уступал. Ну, побитый, потрепанный, но не поврежденный. После школы мы готовились в армию идти все. Ну, там раньше служили 6 лет, а когда это в 58-м году мы кончили, и готовились там всего 3 года. Все пошли военковать, остальных взяли, а меня не взяли. Я страшно был огорченный, потому что был сталинский закон, если отец войну погиб, его не должны брать. Я просился, но меня не взяли. По комсомольской путевке 2 года должна работать в холкозе, и меня направили в холкоз имени Карла Маркса. Там работал кадровым охотником холкоза.
Беззаботного детства, как такового, у Ивана не было. Сколько себя помнит, он помогал матери, на шее у которой было 10 детей. С раннего утра и до позднего вечера она, передовая доярка, пропадала на ферме. Была она еще и депутатом районного совета, и участницей ВДНХ в Москве, и поэтому все заботы о большой семье лежали на плечах единственного мужчины. И до сих пор он является для всех своих сестер опорой во всем. Помогая матери, Иван постигал премудрости ухода за коровами, и не мудрено, что после школы он стал первым из мужчин-дояром, причем известным в Усть-Майском районе. Активный юноша, он был секретарем комсомольской организации, и только через 2 года после окончания школы наконец-то его направили на учебу в университет. Всякие страсти рассказывали древние. Горы Якутска, там хулиганы, там разбойники, взять, побьют и убьют. В это время учился в училище механизации на тракториста Илья. Я искал его. Но при помощи женщин, а вот мужчин я спрашивал, боялся, что убьют или побьют. Но нашел его. И он меня показал, где документы сдавать, в директорат пришли. Он тоже деревенский парень, стеснительный, хотя старше, намного старше меня. Туда даже в директорат не зашел. Я зашел и спрашиваю, где директор? Говорят, ректор на 2-м этаже. Ну, я пришел туда, постучал, зашел, говорит, где документы сдают? Пришел учиться. Он говорит, документы через лестничную клетку на правый учебный час. Там иди сдавай. Прошел, очень много народу стоит, толпятся, скромненькие стоят. Ну, я раз меня указали, я в открытие дверь зашел, на эту толпу не обращал внимания. И освоился один стол, там 5 столов было. И я, вот мои документы, хочу поступить. Остальные даже не возникают, как будто я уверенным шагом пришел, отдал туда. Она полистала и кричит, кого-то зовет, и тут пришел представительный седой мужчина в форме, синей форме. И говорит, вы искали тунгуса, вот тунгус пришел. И он, я познакомился, он говорит, ты хочешь стать авиатором? Ну, сразу у меня самолет. Я из Киева специально приехал сюда представитель коренных народов набрать авиационный институт. Давай, сдавай экзамены. Центральные вузы уже сдают, а я тебя пристрою вот завтра. По физике сдают Новосибирский строительный институт. Давай, ребята, в группу я тебя пристрою. И он меня привел. Ну, физику сдал на 5. Потом математика, письменно, устно на 5 сдал. А потом русский сочинение, образ матери Горького написал. На следующее утро пришли, смотрим список. 4 по-русскому. Я думал, на 5 написал. Пришел и расстроенный говорю, дай все документы. А почему просишь? Дай эти зачеты. Я показал. Там 3 пятерки и вот 1 четверка. Он говорит, ну, еще английский ты должен сдавать, английский. Я говорю, ну как, а как конкурс? Уже 4 получил. А потом я из списка посмотрел, там 3 были, 2 были. Я в этом мелком смотрел и думал, как они у школы закончили, как они могут так провалиться. Я там просил, зачем дальше сдавать, когда я 4 получил. Ну, и говорят, иди сдавай английский, потом придешь. На завтра пошел, английский сдал. Я опять прихожу. И вот этот представитель из Киева все время я хлопал по плечу и говорит, ты уже все почти зачислен. Но тебе надо пройти медкомиссию. Да у меня медкомиссия есть.
нет, здесь специально в аэропорту надо пройти медкомиссию. Но там действительно совсем другая медкомиссия. Садят кресло вот так и крутят, и обратно крутят. Но все нормально, вестибулярный аппарат нормальный, ну, все нормально. Потом зашел в кабинет ухо, горло, нос. Там сидит русский врач, молодой мужчина. И меня сверху вниз, снизу вверх посмотрел. И говорит, иди сюда. Рот открыл. Открыл рот. И написал, негоден. Не суждено было Ивану стать авиатором, бороздить небо. Синяя птица удачи только помахала ему крылом. Но нет худа без добра. Судьба сама дала ему в руки призвание на всю жизнь. Он стал строителем, закончив инженерно-технический факультет Якутского госуниверситета. У нас 29 студентов было в строительном отделении. Там в основном были русские, это украинцы, белорусы, татары, евреи, якуты, и я единственный венгр. Был ошарашен. Когда лекции читали, я не успевал писать и не понимал. Я в школе хорошо учился. Насчитанный был, но пришелся страх. Я не смогу учиться. И вот этот страх, что я не смогу учиться, и любовь людям своей деревни меня толкнула стараться. Поэтому сидел впереди и писал. И себе такой порядок себе сделал, чтобы наверстать. Каждый день после лекции 1 час заниматься конспектами. И вот с 8 до 4 учились, с 4 до 5 там себе готовили ужин. А с 5 до 6 я, хотя это лекции знал, усвоил уже, некоторые не усвоил, но я все наизусть изучал. И вот своим старанием начал постигать. Но потом освоился, вошел в ритм и своим старанием хорошо учился, повышенную стипендию получал. А раньше, после окончания, студенты все хотели перейти в свой район, чтобы поднять свой район. Я планировал приехать в Усманский район. Поселок Усмая, очень красивое место стоит, высокие берега. Я там мечтал строить белые каменные дома, очень красивые. Но как учили, хорошие площади, улицы, думал, построю. Но вину того, что я хорошо учился, меня заставили оставаться в университете преподавателем. Потом поступал в Ленинградский инженерно-строительный институт, но по конкурсу не прошел. Вместо меня по политике приняли представителя из Вьетнама. Ну, я приехал, женился, ребенок, жена появилась. В это время у университета только охват был. Вот преподаватель 105 рублей получал. Никакого районного коэффициента, никакой надбавки, потому что Министерство высшего образования поднялся. И должны 3 года отработать, я отработал 4 года и пошел на производство. Все время работал старательно, старался качественно. И я считаю, сам жил себе достойной жизнью. В городе очень много объектов построил. Асфальтобетонный завод, первый 7-этажное здание города Якутска, это гостиница, вторая очередь гостиницы «Лена». И Якутгаждан проект, и институт Якут агропром проект построили. Ну вот строителем быть тем хорошо. Во-первых, это если хорошо качественно строишь, смотришь и гордишься. А если плохо, это тебе укор на всю жизнь. Я строю во всех районах. Когда работаю Якутагорпромстроя, работал во всех районах, во всех селах.
Организаторские способности Ивана Михайловича раскрылись еще во время его работы в университете, когда он участвовал в создании первых студенческих отрядов, когда тренировал молодежь в борьбе самбо и сам был хорошим борцом и пятикратным чемпионом Якутии по самбо. Иван Михайлович – человек активной жизненной позиции, и когда в Якутии возникло общественное движение «Сахак-Эскиле», он был в первых его рядах. И поэтому идея Владимира Санги о создании ассоциации коренных малочисленных народов Севера в защиту их прав упала на благодатную почву. В 1985 году, когда я был в Сахак-Эскиле, они, вот ребята все время радовались, особенно этот турист, что среди нас поддерживают вот коренные жители. Вот Иван Михайлович Атласов пришел. Я после этого в своей конторе, после работы, ну, я решил, как инженер, как строитель, как организатор, решил, сколько венков в городе и Якутске проживает. И всех обзванивал, собирал и говорил, ну, там у нас движение было. Уже в 1985 году. А в 1989 году уже 3-4 года мы уже как эвенки организовывались. И здесь первую скрипку играли Мария Анна Яковлевна, это Варвара Галина Каптуке. И вот они вот именно начали вот Анна Яковлевна учить эвенкийский язык, чтобы возродиться вот как только культуру нашу, нашу обрядовую и так далее. А я ставил проблемы. Ну, тогда стал я лидером эвенка в городе Якутске. А когда на съезде меня там из пяти народов руководителем вот, в 89-м году эвенкийского народа Якутии избрали меня. И вот считаем мы эвенком почувствовали и над решением проблемы эвенкийского народа 85-го года начали. Заниматься. И вот здесь я хочу, именно здесь я своих братьев, вот Исаака Ремея Гавриловича, Исаака Валентина Гавриловича, Куличка Александра Гавриловна и Галину Гавриловна тоже. Это они мои двоюродные сестры и братья. И я их пригласил, и при их помощи мы все это организовали. Дальше больше все распространялось, и мы составили список. И список, где, кем работает, сколько венков. Я этот список попросил покойный Донской, Федорица Семенович. Мы это составили, такой от руки написанное, сколько венков здесь проживает, какую должность занимает, адреса, телефоны. И при этой помощи мы собирали и начали работать. В 91 году впервые мы выехали на реке Кенкеме и проводили праздник Бахалдын. Когда мы проводили этот первый праздник, тогда была толпа, а потом появилась публика. А сейчас, в течение четверти века, появилась на основе этого национального праздника целая нация со своей культурой, эвенкийской нации. Новые костюмы, новое мышление, новый менталитет. Именно, я думаю, вот это Бахалдын организовал и возродил эвенкийский народ. И сейчас во всех районах и других регионах, 10 регионах России проводят Бахалдын. Потом 15 октября мы с Евген тоже организовали. Это праздник первого снега. И ежегодно организуем. В-третьих, мы фестиваль Строганина, автором которого является Николай Борис Ануфриевич. В международном отношении заключили договор
китайскими венками соглашение о сотрудничестве и коренными народами Америки, где входят индейцы Атапаски, эскимосы и Нуупат, заключили меморандум о взаимопонимании. И эти два договора до сих пор действуют. У Ивана Михайловича Атласова есть свое видение дальнейшего развития эвенкийского народа. Я думаю, что чтобы дальше сохранился эвенкийский народ, любой народ коренных малышистых народов Севера требуется три вещи. Первое – знать свой родной язык, литературу и фольклор. Знать основу духовной и материальной культуры. Знать историю своего народа и уронить честь и достоинство своего народа. Вот эти три кита, если мы будем держаться, развивать, сохранится наш народ. Мы вот старшее поколение создали базу, основу. И вот молодые продолжат нашу работу. Я верю в представителей эвенкийского народа. Самой своей большой наградой Иван Михайлович считает медаль за заслуги перед эвенкийским народом, которую с гордостью и носит. Конечно же, эта награда не единственная. За верность своей избранной профессии, за столь самоотверженный труд Иван Михайлович награжден знаком «Почетный строитель Российской Федерации» и многими другими. Иван Михайлович считает, что во всех его достижениях ему всегда помогал его крепкий и надежный тыл. С женой Александрой Петровной Атласовой они живут долго и счастливо. Она сама человек увлеченный, успешно занимается цветоводством и на всех городских выставках цветов занимает первые места. Кроме того, она разводит якутских и западносибирских лаек, что тоже является нерядовым занятием. Любимая дочь и первая помощница во всех его делах – Жанна Ивановна. А что уж говорить о даче, любимом месте Ивана Михайловича. И хотя осень в полном разгаре, все уже убрано, урожай собран, но можно представить, какое здесь буйство красок летом. Множество грядок, ягодных кустарников, различных деревьев. Все это является гордостью хозяина, у которого все ухожено, все содержится в порядке. Хозяйская уверенная рука чувствуется во всякой мелочи. Впрочем, мелочей для Ивана Михайловича не существует. Он ко всему, что делает, относится добросовестно и ответственно. Поэтому и в производственной, и в общественной, и в личной жизни является настоящим хозяином, у которого впереди еще много планов, задумок, проектов, которые, как мы думаем, воплотятся в жизнь, поскольку Иван Михайлович слов на ветер не бросает и все начатое доводит до конца.